Чем запомнился уходящий 2017-й, экспертом рынка недвижимости региона нам расскажет директор оператора недвижимости «Перспективы-24» Рим Хасанов. С наступающим! С вас подробности. С наступающим вас тоже. По итогам 2017 года в России ожидается выдача рекордного количества ипотечных кредитов – более 1 миллиона, на сумму 2 триллиона рублей. Для примера, в 2014 году исторический рекорд по объемам выдачи ипотеки составил 1,7 триллиона. В течение года Банк России уронил ключевую ставку 6 раз – с 9,75 до 7,75. Последний раз – в середине декабря. Это говорит о том, что в начале 2018 года банки будут продолжать понижать процентную ставку по кредитам, в том числе ипотечным. На строительном рынке происходит укрупнение игроков. На плаву остаются крупные застройщики, у которых есть свои производственные мощности, проектные отделы и, главное, финансовые возможности. Ведь для выхода на площадку у застройщика на счетах должна быть крупная сумма денег. Теперь не получится продавать квартиры и только спустя полгода, год начинать строительство. В 2017 году около 20% строительных компаний ушло с рынка. В 2018 году этот процесс продолжится. Поэтому при выборе жилого комплекса и застройщика мы рекомендуем пользоваться услугами агентств недвижимости, которые подскажут вам о состоянии дел у того или иного застройщика. В целом, это должно позитивно сказаться на качестве и скорости строительства. Работать будут только надежные застройщики. А защита дольщиков будет обеспечена госгарантиями и фондом дольщиков, куда застройщики будут перечислять деньги с каждого заключенного договора, долевого участия. На сегодня уже более 220 застройщиков по всей России перечислили первые транши в такой компенсационный фонд. В конце 2017 года было объявлено о том, что утвержден план по отказу от долевого строительства. Этот план предлагает поэтапный переход на проектное финансирование строительства жилья. Это должно полностью упразднить проблему обманутых дольщиков. Однако это накладывает на застройщиков необходимость привлекать заемные средства у банков под проценты. Следствием перехода на проектное финансирование будет повышение цен на новостройки. Будем надеяться, что для застройщиков будут открыты какие-то льготные и субсидированные кредитные линии. Как видите, 2017 год выдался очень насыщенным на события. В 2018 мы ожидаем медленный, но стабильный рост рынка недвижимости. Но откладывать покупку мы не рекомендуем. Вопрос приобретения недвижимости советуем рассматривать не в плоскости экономической, потому что очень много неизвестных переменных, а в плоскости социальной. И если есть необходимость решения жилищного вопроса, то делайте это в предстоящем новом году. Рим Наильевич, спасибо за подробную информацию. Еще раз наступающим. Это был директор оператора недвижимости «Перспективы-24» Рим Хасанов. Я Алена Эпштейн. Далее новости компании и программа «Без протокола».